секонд-хенд баул на Поздняках. Большой, большой выбор там, и цены очень хорошие. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим, что можно здесь себе раздобыть на весну и на лето. Вот есть целая сеть этих магазинов. Как они работают? Большой магазин. Большой. Реально очень большой. Приятно удивил большой обувный отдел. Вот смотрите, туфельки Clarks, то есть хорошей фирмы, натуральная кожа. Много действительно хорошей обуви из кожи и хорошей фирмы. Для кроссовок цена очень достойная и очень доступная. Много разных кроссовочек. И женских с натуральной кожи, и мужских, и много детской обуви. Ну вот детские кроссовочки, к примеру. Видим цену, и сегодня 60% скидка. Приятно удивило, что в магазине есть даже аппаратура, техника. Даже шезлонг. Даже разные модели моющих пылесосов. Вот в эти дни такие вот скидки, такие цены. В среду, как сегодня, 60%. Завтра, в четверг, 70%. И в пятницу... Много платьев, сарафанов, и даже есть натуральные ткани. Цены очень даже доступные. Довольно приличные платья. Мне, кстати, очень понравились.
симпатичные горошки. Хорошее платье с цветочным узором и ткань очень приятная. Очень приличное платьечко в клеточку. Такое хорошенькое, я даже померила. Много футболочек разных. Ну, каких-то особенных фирм, честно говоря, я не нашла. Блузочки на любой вкус, любой кошелек. Каких-то особенных фирм я не нашла, но все вещи в хорошем состоянии, чистые, аккуратные, прекрасно на вешалочках, замечательно. Юбочка из натурального материала. Много разных штанишек, и пижамных, и трикотажных, и спортивных. Опять же таки, на любой вкус. И шорты. Это вообще Индия, показалось, натуральный шелк. Есть и детский отдел, много детских вещей разных, и на мальчиков, и на девочек. Мой любимый отдел текстиля, но ничего такого особенного не нашла. Можно кое-что найти по желанию. И скатерти, вот это была натуральная скатерть из натурального хлопка. И много штор. Постельная не очень, но так выбор в принципе есть. Вот эта штора понравилась, довольно красивая, можно сказать, такая необычная. Написано «Винтажная классика». Ну, платье действительно в винтажном, очень необыкновенном стиле. Цвет красивый, зеленый. В целом ассортимент баула мне очень понравился. Советую, можно приехать и много чего найти. Платочек горошек тоже показался очень винтажным.